оформление города будет состоять из рекламных и баннерной продукции, а также на медиаэкранах и фасадах. Мы это начнем оформление уже с первых числа декабря. Это будет такой классический стиль, вот, красиво обыгранные ели, красиво обыгранные игрушки. На елках, которые будут стоять вот здесь, на площади флага, будет в основном подарки. У нас будут очень интересные композиции в виде паровозиков, сапог и так далее, и так далее. Все это вы увидите, я надеюсь, в ближайшее время. В этом году это подарочный фонд. Это замена у нас будет по центральным улицам наших перетяжек световых. Вот. И много будет интересных фигур, которые будут привлекать молодежь, детей, взрослых непосредственно вот на таких участках. Оформление будет захватывать всю часть города, не только центральную, но и в районах. Ну, будем в основном упор делать на те интересные конструкции, сооружения, которые продумали наши дизайнеры.